Тольятти появится производственно-логистический центр. Его построит Магнитогорский металлургический комбинат в особой экономической зоне. Эта компания-партнер Самарской области, в первую очередь АвтоВАЗа. Открытие центра создаст новый импульс развития региона, новые рабочие места. С появлением центра будет развиваться и инфраструктура. Дополнительные удобства для открытия центра создает строительство моста через Волгу. Трасса будет проходить рядом с особой экономической зоной Тольятти. Самарская область достойно представлена на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, главном экономическом форуме нашей страны. Мы имеем павильон, который пользуется большой популярностью. Сюда обращаются люди, узнают больше о самарской земле, узнают о особых режимах ведения бизнеса, инвестиций на территории региона. Это очень важная работа для привлечения инвестиций в регион. А значит, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния жителей нашего региона. Строительство центра планируют начать в конце этого года и завершить в 2021 году. Единовременно он сможет вместить до 150 тысяч тонн металлопродукции. Открытие центра позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката и закрепить лидирующие позиции компании на рынке поставок металлопродукции для автопрома. Это наше сегодня преимущество, еще перспективные преимущества, которые мы используем уже сейчас. Уже сейчас привлекаем инвесторов. Еще одно важное соглашение, которое подписали на форуме, касалось развития нового для губернии вида транспорта – строительства канатной дороги, которая свяжет новые микрорайоны Самары со старой частью города. Время в пути составит 15-20 минут. Мы договорились о том, что начинаем работу над этим проектом, формируем технико-экономическое обоснование, рассчитываем пассажиропотоки. И по результатам этой работы уже принимаем решение о его реализации. На форуме стали известны итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Его составляет агентство стратегических инициатив на основе отзывов предпринимателей. Самарская область показала один из лучших темпов роста. Регион поднялся в рейтинге сразу на 24 позиции и вошел в топ-10 субъектов страны по этому показателю наряду с Татарстаном и Крымом. Главу региона Дмитрия Азарова попросили поделиться с коллегами опытом по достижению столь высокой динамики. Губернатор отметил, что высокий рост темпа – результат планомерной работы. Задача по улучшению инвестиционного климата в Самарской области была поставлена региональному правительству с первых дней работы Дмитрия Азарова в должности главы региона. В Самарской области обновили совет по инвестициям и ввели в него более 60% представителей предпринимателей. Перезагрузили работу агентства по привлечению инвестиций, провели соцопрос предпринимателей, проводят постоянную работу над ошибками. Все это позволило обозначить проблемы бизнеса и ориентироваться на пожелания предпринимателей. Глава региона выразил уверенность в том, что Самарская область попадет в двадцатку, а затем и в десятку регионов с благоприятным инвестиционным климатом. Виктория Шарая, «События».